Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 16. Составим буквенные выражения по заданным условиям. В классе А столов, а стульев в два раза больше. Сколько столов и стульев в классе? А. Прибавим А умноженное на 2, количество стульев, и мы найдем количество столов и стульев. В маленьком пучке Б редисок, а в большом С редисок. Сколько редисок в двух больших и трех маленьких пучках? С умножаем на 2, Б умножаем на 3 и складываем. Задача В. В школьном саду посадили К рядов яблонь. По 7 яблонь в ряду. К умножаем на 7. И М таких же рядов груш, также М умножаем на 7. И складываем яблони и груши. Тем самым мы найдем, сколько фруктовых деревьев всего посадили. На поляне Д берез, а елей в 4 раза меньше. Значит, мы Д делим на 4. Насколько берез на этой поляне больше, чем елей? Мы Д, это количество берез, отнимаем количество елей, их D, деленное на 4. И мы узнаем, насколько берез на этой поляне больше, чем елей. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.